прошлом году Эльмира Хисматуллина стала лучшей во всероссийском конкурсе «Обилимпикс». Сегодня участница регионального чемпионата. И компетенцию выбрала мужественную, токарную. Может и чертеж сделать, и сложную деталь вытащить. Девушки могут быть сварщиком, токарем, фрезеровщиком, военным, вообще кем угодно. В принципе, я всегда все могу сделать. В «Обилимпиксе» она работает только, составляет программу, управляющую программу, да, и работа с инструментом. То здесь уже у нас управляющая программа, опять же, навык работы с инструментом и изготовление деталей на станке. Здесь немножко, конечно, посложнее. Мы надеемся, что мы получим первое место, да, заработаем, что первое место. Поэтому кулачки за нас держите. Сегодня на площадке «Казань-Экспо» только машиностроительные компетенции. Среди них есть и новые – это интернет вещей. Участники здесь одновременно программисты, аналитики, инженеры. С помощью интернета подключаемся к роботу, соединяем все его связующие, то есть чтобы он выполнял определенные задачи через одну платформу. WorldSkills по всем компетенциям набирает новые обороты. Это именно наша компетенция по интернету вещей, она необходима как для обучающихся, так и на производстве. Сейчас на площадке работают 8 компетенций WorldSkills и 9 юниорских, но одна из самых шумных и самых закрытых – это сварочные технологии. Если с другими площадками можно наблюдать с любой точки зала, то здесь все проходит за защитным стеклом. Полуавтомат, ручная дуговая, аргонная сварка. Уже будучи школьниками, они все это делают быстро и качественно. Уже дали чертежи и то, что мы будем готовить. У нас есть несколько модулей, то есть по мелочи, например, заварить трубы и стыки. Самые сильные участники регионального этапа отправятся на национальный чемпионат. Пройдет он в следующем году в Кемеровской области. Юлия Муратова, Равиль Гарипов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.